ограничена из-за заражения пациентов и врачей ковидом и работа коми-республиканского онкодиспансера. Информацию о приостановлении плановой помощи онкобольным прокомментировал руководитель медучреждения Алексей Соколов. Специалисты отделения хирургии почти в полном составе заболели коронавирусом. Потому операции, которые можно отложить на некоторое время, перенесут. Экстренную медпомощь врачи продолжат оказывать. Действительно, большая, высокая заболеваемость как среди пациентов, так и среди врачей. В одном из отделений заболели на сегодняшний день все врачи. То есть помощь оказывать банально некому. Но через 2 недели они, надеюсь, выйдут, и мы будем работать в обычном режиме. Вот. Относительно в обычном режиме, потому что 2 года уже мы живем совсем в необычном режиме. Мы работаем в условиях ковида. При этом сегодня работает поликлиническое отделение онкодиспансера в диагностическом центре. По всем вопросам необходимо обращаться к врачам именно туда. В случае необходимости экстренной медицинской помощи пациент будет госпитализирован. Центр амбулаторной онкологической помощи временно не работает. Пациенты получают помощь на базе диспансера. Плановая медпомощь будет возвращена при первой возможности.